Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1464. События дня. Матфея 22:29, эпиграфом взято. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 15 декабря 2019 года, за воскресенье. Ну, наше обращение, вот чтобы Игорю помочь комбайн купить. Может быть, действительно найдется кто-то. Тут кто-то один начал говорить, но не знаю, серьезно или нет. Ну и вот у них 4 ролика. О браке решили тут поговорить. Это на нашем содружестве беседы идут, я их все забираю. Ну, это воскресный день. Как всегда, встали в 4:40, встает подъем. Но я встаю 2 часа, а то бывает и в час ночи разобрать почту. Главное, работа идет в Ютубе. И немного в моем мире. Фафорум и сайт в замороженном виде стоят. То есть люди приходят, там 170-130 человек в день. Ну, другого пока нет. Утром богослужение без батюшки было. На богослужение пришлось проповедь сказать, я ее выставлю на той неделе, может быть. Потом собрание. Вот сейчас идет закачка его. За собранием трапеза. Мы домой идем, обедаем. После этого идут занятия. Вот занятия кончились. Ну, вчера поехали, умерла Ельникова Анна Кузьминична.
тоже засняли немножко. Потом 4 часа собираемся 4 человека вместе и благословят чат рулетку. Через час встречаемся, а потом 6 уже занятия. Тебя начинают закачивать. То есть весь день занятый полностью. Такое вот, ну, богатое, можно сказать, наследие в этот день. Пришлось молиться, встречи, беседы. Ну и все, так и на этом.